Очень часто я слышу вопрос, как правильно дышать во время бега. Дышать надо естественно, так как вам комфортно. Но сейчас я хочу вам рассказать о небольшом лайфхаке с дыханием, который поможет вам улучшить ваш бег. Этот прием называется бег с носовым дыханием. В чем он заключается? Бежать нужно в комфортном аэробном темпе, то есть в первой и второй пульсовой зоне, и закрыть рот, то есть дышать полностью только через нос. И при этом дыхание должно быть совершенно спокойным, то есть не надо силой втягивать и выдыхать из себя воздух. То есть не должно быть такого вот явления. Что же делает дыхание через нос, когда мы бежим? При выдохе сопротивление потоку воздуха гораздо больше, чем когда мы дышим через рот. И таким образом часть углекислого газа задерживается в циркулирующей крови, повышая его концентрацию. Не надо бояться углекислого газа в крови, чрезмерного его количества, потому что это не токсичный продукт, это конечный продукт окисления глюкозы и жиров. Но он делает очень хорошую, полезную вещь. Он увеличивает усвоение кислорода в мышцах. То есть таким образом он способствует утилизации кислорода более полно, чем это было бы при таком вот дыхании с открытым ртом. Косвенно это также способствует увеличению числа капилляров и, самое главное, увеличению плотности митохондрий в работающих мышцах, то есть тех самых органелл, на которых происходит окисление глюкозы и формирование энергии АТФ. Вот такой простой прием можно применять пару раз в неделю во время бега по 10-15 минут.